Добрый вечер, Гомель. Наш интерактивный проект вернулся из отпуска, и мы очень рады встрече с вами в прямом эфире в обновленной студии. Мы, дорогие друзья, решили изменить имидж нашего проекта, сделать его еще ярче, еще душевнее, и, конечно же, останавливаться на этом мы не собираемся. Ну, а неизменным остается пока телефон в нашей студии 37-519. Звоните, нам всегда очень приятно общение с вами в прямом эфире. Тем более, что сегодня тема нашей программы «Как выйти замуж?», «Как встретить свою вторую половинку», с чего начать поиски любви и как не попасться на крючок брачного афериста. Сегодня в прямом эфире советы экспертов и самые реальные истории, поэтому оставайтесь с нами. Дорогие друзья, если вы до сих пор находитесь в поиске своей второй половинки и уже потеряли всякую надежду создать семью, оставайтесь в ближайший час на телеканале «Беларусь-4». Я также хочу пригласить к разговору и семейные пары. Звоните в студию, наш телефон 37-519, оставляйте свои сообщения в Вайбере, рассказывайте нам свои истории, где и как вы познакомились. Я напоминаю, тема нашей программы – «Как выйти замуж». И я хочу пригласить в эту студию наших экспертов, ну, которые помогут разобраться нам сегодня в этом очень серьезном вопросе. Встречайте, Людмила Николаевна Городецкая, магистр психологических наук Гомельского государственного университета имени Скорына. Добрый вечер. Добрый вечер. И Екатерина Максимовна Мурашко, начальник отдела ЗАГС администрации Новобелевского района города Гомеля. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и для начала, уважаемые дамы, немного статистики. Знаете ли вы, что одиноких людей в Беларуси становится все больше и больше? Кстати говоря, по данным мировых исследований, к 2030 году нас ждет просто эпидемия одиночества. Уже сегодня 50% людей в разных странах либо эпизодически, либо хронически испытывают чувство одиночества. При этом также снижается число браков, а вот увеличивается число разводов. И Беларусь в этой строке на втором месте по количеству разводов после России. Кстати, по данным именно Национального статистического комитета, в нашей стране на 1000 мужчин приходится 1149 женщин. Вот так вот много женщин и так мало мужчин. Ну, первый вопрос такой, почему вот в наше время проблема одиночества приобретает вот такой вот, я бы сказала, планетарный масштаб? Мы, наверное, разучили строить отношения, как вот вы считаете? Ну, это во многом связано и с особенностями нашего времени. Когда дети растут в семьях, и мы знаем, что современные семьи, они отличаются тем, что очень много разводов стало. В то время как в начале века разводы считались не очень приемлемой формой отношений между людьми. И, соответственно, у детей появляется образец, и они понимают, что можно жить и без партнера в какой-то момент. И по статистике, что интересно, когда мы видим, что мужчин меньше, а женщин больше, получается, что вот эта форма разводов становится одной из возможностей, как женщинам иметь мужчину. Я думаю, да, интересная такая теория. Ну, а как вот вы относитесь к тому, что женщины сегодня все чаще хотят быть очень современными, независимыми? Является ли это, скажем, причиной для одиночества? Я думаю, что это, наверное, связано с тем, что самосознание женщины растет, и, соответственно, она начинает очень избирательно подходить к своему партнеру. И это, соответственно, накладывает и требования на мужчин, которых они хотят видеть возле себя. То есть вы считаете, что статистика, по которой мужчин меньше, в принципе, не является проблемой для одиночества? Думаю, что нет. А вы знаете, ученые считают, что на самом деле в одиночестве виноваты гены. А если уж быть точнее, то ген одиночества. Те люди, у которых он есть, имеют на 20% меньше шансов встретить на своем жизненном пути свою вторую половину. Научные сотрудники также выяснили, что ген одиночества может возникать из-за крайне низкого уровня серотонина в крови. И обладатели такого редкого гена не чувствуют притяжения к противоположному полу и могут долгое время не вступать в отношения и при этом нормально себя ощущать. Вот получается, Людмила Николаевна, что дело, если вот в генетике, то социум вообще вряд ли может и помочь одинокому человеку. Ну, есть же определенная категория людей, которые от одиночества не страдают. И, наверное, вот здесь как раз это и может быть связано с геном. А есть категория людей, которые как раз очень болезненно переживают одиночество. И тогда это те люди, которые будут искать себе партнеров. А что значит болезненно переживают одиночество? И вообще, чем это опасно, такое явление? Ну вот если человек осознает для себя одиночество как проблему, то это характеризуется таким пониженным тоном настроения. Угнетенность, депрессивность, такое вот страдательное состояние.
И когда у человека есть ощущение недостаточности себя одного на этой планете, да, и необходим партнер, с помощью которого он мог бы как-то ощущать сопричастность, событие с кем-то. Вообще это очень глубокая такая проблема, которой занимались философы давно, и даже еще с древних времен, говоря об отношениях между людьми и о том, какие могут быть отношения, чтобы вот эту проблему одиночества преодолеть. Она же не преодолевается просто тем, что мы сидим рядом друг с другом. И есть очень много семей, когда люди живут давно вместе, но каждый из них чувствует себя одиноким. И в какой-то момент это ставит под угрозу даже их отношения, и семья может распасться, если один из партнеров вдруг сможет построить близкие отношения с другим. Поэтому это целое, целое уже, так сказать, открытие психологическое про то, что же такое близость на самом деле и как в эту близость уметь войти. Очень глубокое явление. А как вот вы считаете, можно ли избавиться от одиночества, общаясь в социальных сетях? Ну, социальные сети, они в какой-то мере создают, наверное, ощущение, что там, на том конце, есть кто-то. И мы уже в одной из наших передач, да, которая здесь была посвященная интернет-зависимости, обсуждали эту тему. Но проблема в том, что когда мы общаемся в интернет-сети, мы не видим на той стороне, кто с нами общается. И очень много остается пространства для нашей фантазии, и тогда мы фактически проецируем, есть такой термин в психологии, на того человека, самого себя. И фактически мы тогда, есть опасность, что мы строим взаимодействие как бы с самим собой, но называя это другим партнером вот, на том конце. То есть избавиться можно, но ненадолго, я так понимаю, от одиночества. В любом случае, все равно личный контакт, ну никак нельзя заменить контактом в сети. Это может быть, если у вас есть эти личные отношения, и когда вы расстаетесь там в отъезде, в командировке, то тогда через Skype и интернет можно как-то поддерживать эту близость. А вы знаете, есть очень интересное сообщение в Вайбере. Да, Марина задает вопрос. Ну, наверное, это тоже типичная ситуация, раз это один из первых вопросов. «Я постоянно влюбляюсь в женатых мужчин», — пишет Марина. «Мне уже 36, и я до сих пор не замужем. Что со мной не так?» Ну, очень интересная фокусировка на женатом мужчине. Это мужчина, который малодоступен для того, чтобы реализовать свою задачу. Тогда, с одной стороны, как бы есть желание выйти замуж, а с другой стороны, бессознательно выбираешь малоподходящих партнеров. То есть, получается, вроде как... Да, такая двойственность. Двойственность, и да. Хочу... Но в любом случае человек все равно в результате одинок. Но, в принципе, проблему понимает. Екатерина Максимовна, насколько, вот насколько серьезно изменилась ситуация с браками и разводами в нашем регионе за последние годы? Ну, в настоящее время я хочу сказать, что регистрация браков носит цикличный характер. Учитывая людей, отношение людей к високосному году, они как-то стараются перед високосным быстрее-быстрее вступить в брак. В високосный год идет спад браков. Это общая такая тенденция по всем, да, ЗАГСам города. И не только города, и области, и республики. И когда заканчивается високосный год, снова идет всплеск этих регистраций. Вот сейчас мы переживаем как раз-таки этот всплеск, потому что прошлый год был високосный. То есть у вас такая четкая, такое четкое разграничение, да? Есть, то есть такое, да. А мне казалось, что, смотрите, если у человека отчаяние, то он может вообще, вот если он одинок, да, он может, в принципе, схватить первого попавшегося и побежать в ЗАГС. Но есть такая проблема? Вполне может. Или это все-таки високосный год? Зависит. Как вы считаете, что вот человек от отчаяния способен на, скажем, неразумный брак? Я думаю, вполне даже возможно. Если боль душевная настолько сильна от одиночества, что человек готов вступать в отношения даже с не очень подходящим, не очень рассматривая того партнера, который рядом с ним находится. То есть закрытыми глазами? Да. Вот, например, чтобы не попасть на високосный год, да, как мы только что попытались выяснить. Но все равно же високосный год же все равно есть браки. Ну, на самом деле есть статистика даже, по которой гомельчане, вступая в брак, очень-очень серьезно относятся к некоторым параметрам, таким как високосный год или нет, дальше пятница или суббота, весна, пост, время года, насколько я знаю, по-моему, лето, да, самая-самая активная пора. Ну, сейчас, да, вот у нас самая активная пора – это лето, осень, как говорится, даже можно сказать, что это такой народный календарь, когда еще наши предки женились, когда собран урожай, когда закрома полны, тогда уже можно и за свадьбу. И за свадьбу. Подготовился. Есть что на стол поставить. Да, да, да. Но в любом случае, если даже пользоваться приметами, это никак не освободит от необходимости трудиться над отношениями. Очень, 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 я считаю, важное мнение, дорогие друзья. Да. Я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель», и сегодня мы говорим о том, как выйти замуж.
Мы продолжаем прямой эфир. У нас есть несколько очень интересных сообщений в Вайбере. Мужчины задают вопросы. Константин спрашивает, спрашивает. «Я боюсь женщин и стесняюсь с ними знакомиться. Мне 23, построить отношения никак не получается. Девушки хотят богатых и беспроблемных». Это первое. И второе. Степан. Мне показалось, они, в общем-то, чем-то похожи. Степан. «Хочу сделать предложение своей девушке, но боюсь получить отказ. Что посоветуете?» Вам не кажется, что это какая-то неуверенность вот у мужчин, у молодых, я так понимаю, сегодня? Можно прокомментировать? Ну да, есть у нас же распространенные какие-то установки, связанные с тем, что женщины хотят только богатых и только успешных мужчин там, а мужчины хотят тоже определенную категорию женщин. А какую? Ну, можно у мужчин потом спросить, когда они придут. Ну, я думала, вы точно знаете, какую. Так. Мне не хочется пока озвучивать. Пусть лучше мужчины говорят. Мы обязательно услышим сегодня их мнение. Да. Ну и, соответственно, конечно же, если парень так размышляет, то мы можем говорить о том, что он чувствует себя недостаточно хорошим для девушки. И первое, что можно посоветовать и одному, и второму парню, это все-таки заняться тем, чтобы начать уважать себя. Отличный вариант, но есть еще один. Просто попробовать каким-то образом, например, привлечь внимание женщины. Кстати, многие психологи утверждают, что надежный способ подарить девушке цветы. От такого подарка, да, согласитесь, да, не откажется вообще ни одна женщина, и все сразу перевернется, поверьте. А вот как правильно дарить букеты? Какие цветы подойдут, например, для первого свидания? Так вот, прямо сейчас, в прямом эфире, на языке цветов, мы поговорим с флористом. Итак, встречайте, у нас в гостях Наталья Гуценкова, флорист фермерского хозяйства цветоводства. Добрый вечер, Наталья. Очень рада видеть вас, такую радужную, такую летнюю, весеннюю, даже не знаю, всю яркую-яркую в нашей студии. Ну, давайте для начала определимся. Эти цветы в нашей студии сегодня все ваша работа. Да. Это ваше произведение искусства и ваши аплодисменты, дорогие друзья. Да. Ну, попробуйте рассказать нашим зрителям, какими цветами можно сегодня признаться в любви. Ну, неизменным, конечно, считается красная роза, пылкая любовь. Но, на мой взгляд, это не только красная роза. Можно собрать много сейчас новых цветов, и можно собрать совершенно любой букет. И самое главное, чтобы это был не просто на лету схваченный, а подойти к этому букету с душой. Тогда, соответственно, и, ну, я думаю, что человеку наверняка он понравится. Ну хорошо, давайте так вот перейдем к деталям. Какие цветы вообще сегодня набирают популярность? Вот красная роза, она традиционная такая, классика. Это если уж мужчина вообще не знает, как удивить и покорить, он возьмет красную розу. Ну, удивит ли он сегодня красной розой девушку? Другой вопрос, да? Ну, они думают, что да. Да, вот. Давайте мы расскажем еще мужчинам, как можно удивить. Какие цветы сегодня, в принципе, в моде? Что новенького? Сейчас в моде, получается, гортензия. Она приобретает какую-то особую, да, популярность она сегодня. Она ворвалась к нам вместе с садовым винтажом много лет назад, стилем садовый винтаж. Вот. И осталась, позиции не сдает. Это такой цветок, который появился не так давно в садах Европы. Его, получается, привезли по одним данным из Северной Америки, по другим данным из Китая. Это вот эта гортензия, правильно? Да, это вот она. Имеет она разный цвет, вот. Очень нежная, красивая. Ну, вот они обработанные, так вот они с листочками. Очень красивая, новая какая-то гортензия сегодня растет. Специально, да, наверное, для флористов, я так понимаю. В начале прошлого века ее стали разводить. Вот именно. Так, гортензия, еще что? Потом эустома. Тоже такой цветочек, он очень нежный, красивый, бывает разного цвета. Эустома. Да, его часто используют невесты для своих букетов, потому что он смотрится очень нежно. Вот, ну, тоже цветовая гамма разная, то есть в зависимости от того, какой она захочет букет, то есть, ну, или яркий, или светлый, можно подобрать. А что вот это за зелень сегодня столько много? Зелень, вот самая популярная на данный момент, это вот эвкалипт все-таки. Еще фисташка, писташ, ну, у нас его здесь нет, вот. Ну, вот эвкалипт все-таки, он такой вот необычный цвет имеет, то есть, если обычная зелень, она салатовая, изумрудная, этот вот такой серо-зеленый. Красивый цветок, ой, зелень, вот. И получается, я, если хотите, попробую вот Я бы очень хотела, знаете, букет. Что, наверное, все бы хотели, чтобы вы попробовали составить нам букет сегодня для первого свидания. Вот такой, чтобы вот прям вот он покорил любую женщину, независимо от того, какие отношения были до этого или не были у нее с мужчиной. Попробуем? Да. Ну, это тогда давайте поможем, да. Наталья? Пока Наталья будет колдовать над букетом, я хочу напомнить, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». Дорогие друзья, если вы до сих пор находитесь в поиске своей второй половинки и уже потеряли всякую надежду создать семью, оставайтесь с нами на телеканале «Беларусь-4».
Добрый вечер, Гомель. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напоминаю, тема нашей программы «Как выйти замуж». Какие женщины нравятся успешным мужчинам? Мне, например, очень хочется услышать ответ на этот вопрос. Именно поэтому я приглашаю в студию Сергея Матусевича. У нас в гостях, дорогие друзья, не просто владелец тренажерного зала «Мутант», но еще и чемпион мира по бодибилдингу. Абсолютный чемпион. Ну что ж, добрый вечер, Сергей. Очень рады, что вы разбавили нашу женскую сегодня компанию. Я сразу хочу раскрыть все секреты. Вы отец четверых детей. Да. И точно знаете секрет семейного счастья. Кстати, у первого сегодня день рождения, 12 лет. Мы поздравляем, наши аплодисменты от нашей программы, поздравляем с днем рождения. Видите, как здорово и удачно мы пришли. Так что в чем секрет семейного счастья, расскажите. Наверное, во второй половине. Удачно выбранной. Да, удачно выбранной. А скажите, вы со своей супругой где познакомились, и это наверняка был тренажерный зал? Вот. Нет, это был абсолютно не тренажерный зал. А какой это был? Вообще мы познакомились в магазине. Вы стояли за хлебом, она за пирожным. Я просто зашел в магазин что-то купить, она стояла, ждала подружку, смотрю, симпатичная девочка, почему не подойти познакомиться. Ну и потом как бы завязалась. В результате через 3 недели она переехала ко мне жить. Ого, так быстро, стремительные четверо детей. Ну, вы, я смотрю, нет, такой... с ней у меня старший ребенок от первого брака, с ней у меня трое. То есть у вас 2 брака? У меня 2 брака. Но 4 детей. Да. Ну, результат. Главное, все результат, все, да, все в данном мои. Случае. Ну, согласна. Ну что ж, Сергей, вы профессионально занимаетесь строением тела уже очень много лет. И 22. Помогите... 22, это много. Помогите нам, пожалуйста, вот разобраться сегодня, да, насколько вот красивое тело влияет на успех у противоположного пола. Насколько влияет? Ну, в некоторых ситуациях она может даже отталкивать. Что вы имеете в виду? Ну, человек будет бояться подойти. Потому вот, что так... многие мужчины боятся подойти к красивой женщине с, как бы, с проблемой, комплексуют в том, что вдруг меня, как бы... Отошьют? Ну, отошьют, мягко говоря. То есть я недостоин такой красотки? Типа, ну, такого, да? Как или... бы по статистике очень много таких мужчин. Или вы считаете, женщина не может подойти к слишком красивому мужчине, я имею в виду, с красивым накачанным телом, потому что почему? Ну, женщина, если сама не тренируется, как бы, если не статистическая внешность, ну, то тоже некоторые по этому поводу комплексуют. То есть вы хотите сказать, что сегодня женщины приходят в тренажерный зал скорее не для того, чтобы познакомиться с красавчиками-мужчинами, а чтобы действительно приобрести красивую фигуру, красивое тело. И таким образом, да, уже покорять мужские Нет, сердца. Нет, ну здесь двоякий вопрос. Допустим, я могу сказать, что в зале девушки интересуются парнями чаще, чем парни девушками. За 2,5 года работы нашего зала, ну, ко мне, ну, я точно не помню, ну, 10-1,5-2, наверное, девчонок подходило и спрашивали, а что там за мальчик, в том-то был одет, как найти его ВКонтакте. И при этом единичные случаи, когда ко мне подходил парень и спрашивал, что за девушка. Хочу задать вопрос, Людмила Николаевна, вот как вы прокомментируете? Это потому, что мальчики такие, скажем так, ребята такие, ну, как бы стеснительные, а девчонки более, как бы, настырные? Или по какой причине? Или тренажер? Может быть, статистика. Женщин так. больше, чем мужчин. Да, у нас женщины, наверное, скоро будут сильным полом. Поэтому конкуренция усиливается. Ну, вы знаете, учитывая, чем занимаются в вашем тренажерном зале женщины, я думаю, что да, они вполне могут скоро конкурировать с сильным полом. Вот для чего женщина приходит в тренажерный зал? Ну, у каждой свои цели. Кто-то сделать из себя, вылепить что-то. Кто-то впоследствии пытается выступить на соревнованиях. Так. Ну, а кто-то для того, чтобы познакомиться. Но здесь можно провести небольшое разграничение между тренажерными залами и фитнес-центрами. Как бы, ну, у нас фитнес-центры — это более вылизанное, куда вот именно многие ходят для того, чтобы познакомиться. Потому что в зал именно, у меня даже как бы эпизод, одна наша клиентка. Многие почему вот женщины не хотят идти в зал? Основная причина. Они вначале думают, я сяду на диету, так. Похудею, а потом пойду в зал. Потому что как я такая толстая, приду, там все красивые. Ну, стыдно ж, конечно, не, ну куда, ну как? Ну так проблема в том, что при том, когда вы начинаете садиться на диету, вы прежде всего палите мышечную ткань. И мозг тоже, вы знаете, происходит что-то с настроением. Ну, это понятно. Здесь вопрос в чем, что не чтобы прийти, да никто на вас там не будет обращать внимания, особенно если выбирать бюджетные залы, куда люди приходят заниматься, даже когда
зал делали, комплектовали, у меня какая задача была? Сделать более-менее бюджетный зал. То есть, чтобы каждый желающий мог Да, идти. Чтобы как бы, ну здесь цена у нас на данный момент зависит от коммунальной платы и от аренды, ниже ее, понимаете, детей кормить тоже надо, ниже не сделаешь. Вот основная проблема. Ну, была бы воля, вы бы, наверное, всех женщин бесплатно опускали в зал, чтобы они приводили себя в порядок и радовали мужчин своих. Ну, бесплатно, это мой бизнес. Ну, я имею в виду, была бы такая воля. Ну, кто его знает, может, вы Ладно, скоро у вас и будет благотворительный проект. Скажем по хорошей скидке. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вероника. Вероника, скажите, вы замужем? Пока нет. Так. Ну вот планирую, как раз у меня хотела уточнить кое-что. Слушаем ваш вопрос. Наверное, вопрос к работнику ЗАГСа. Так. Такая ситуация. Мой молодой человек, он из Франции. И вот совсем недавно сделал предложение. И мы вот вас мы поздравляем. Спасибо большое. И вот мы столкнулись с таким... Таким вопросом, как вот нам организовать свадьбу в Гомеле, потому что как бы большинство гостей с моей стороны, и вот хотим расписываться именно в Гомеле. И с какими вопросами, проблемами я могу столкнуться в организации и свадьбы, и вообще, ну, как бы именно по документальным вопросам. Ясно, спасибо. Вас интересуют моменты, вот, да, хорошо ли здесь или все-таки во Францию, я так поняла, где лучше? Ну, это выбор в первую очередь самой пары, где им лучше провести, учитывая то, что большинство гостей и все остальные вытекающие моменты. Ну, а есть действительно какие-то вот нюансы, учитывая брак с иностранцем? Ну, конечно. Сначала по приезду иностранец должен быть зарегистрирован в органах по гражданству и миграции в РОВД. В первую очередь должна быть регистрация. Регистрация должна действовать как на момент подачи заявления, так и на момент регистрации брака. И, конечно же, он должен перевести свои документы с иностранного языка на один из государственных языков, русский или белорусский, заверить нотариально и привести оттуда справку о безбрачии, о том, что он не состоит в зарегистрированном браке на территории своего государства. Да. Я надеюсь, Вероника, вы спросили такую справку у своего француза. Мне, кстати, подсказывают, что познакомились они на конференции, потому что, да, вот забыли спросить тем-то передачи, где и как познакомиться на конференции. Уже интересно, правда? Так, хорошо. Дальше что? И все? Ну, подать заявление. И все, обыкновенная свадьба. Ну, конечно. Только с иностранцем. Ну, с иностранцем, да. Скажите, пожалуйста, как часто вообще гомельчанки и гомельчане вот выходят замуж или женятся? Ну, вообще, по статистике, из общего количества зарегистрированных браков за 2016 год, где-то 4% зарегистрировали браки с иностранными гражданами. Интересно, это много? Ну, как вам сказать? Много, мало. Ну, достаточно, теряюсь скажем даже. Так, да. Подавляющее, конечно, большинство – это близлежащие страны, граждане России, Украины происходит миграция, приезжают к нам сюда. Чаще всего, конечно, приезжают к нашим красавицам, к девушкам. Спасибо большое. Продолжаем, да, выбирать места для знакомства. Вот конференция прозвучала еще одна. А где вообще полезно знакомиться? Вот ну, с больше, интересным человеком. Больше всего по статистике, когда наши ученые изучали еще много лет назад, то основное место, где можно было познакомиться и узнать своего партнера, это, конечно, место учебы и работы. Потому что там ты узнаешь человека и можешь как-то увидеть его характеристики, особенности, понимать, кто перед тобой. Но в современное время мы видим, что так как у нас много людей, которые занимаются фрилансом, то, конечно же, работа становится уже таким местом, где сложно познакомиться, каждый занимается. Поэтому вот мы видим те варианты, которые сегодня нам предлагали. А вот как вы считаете, знакомство в тренажерном зале полезно вообще с точки зрения вот создания гармоничных отношений между вот мужчиной и женщиной? Ну, может быть, оно полезно для того, чтобы начать вообще, в принципе, узнавать противоположного пола партнеров. Потому что вот так взять и познакомиться с тем, кто тебе нравится, это очень сложно с первого раза. Поэтому, как минимум, надо научиться видеть своих партнеров, мужчин, например, определять, какие тебе подходят, какие тебе не подходят. А это вот просто через размышления сложно сделать. У меня есть идея, Сергей. Можно я спрошу? Да, конечно. А что сложного подойти к девушке, которая тебе нравится? Это вам не сложно. Вы видите, сегодня наши зрители уже сколько вопросов задали, молодые ребята. Два молодых человека говорили, что им сложно. А вот как вы считаете, как молодому человеку, который не уверен в себе, подойти и познакомиться с девушкой? Прежде всего, что надо сделать? Да можно найти 1000 причин подойти к девушке. Ну, две назовите. Две? Угу. Ну, самое распространенное мое время было, это подходили и спрашивали, вашей маме зять не нужен? Ну, хорошо, первая идея есть, вторая.
Как еще вы знакомитесь обычно? Ну, вторая, ну, сказать, что похоже на кого-нибудь, ну, завести какой-нибудь разговор, что ну. На, похоже на какую-нибудь твою знакомую, ошибся. И, ну, если ты человеку симпатичен, тема дальше пойдет, ну, какая-нибудь, например, другая, ну, возможно, и повезет. Нет, ну а почему, вот смотрите, нельзя пригласить, подойти и сказать девушке: вы знаете, у вас фигура красивая, но могла бы быть лучше. И если я покажу вам пару упражнений... Да, получить по физиономии. А что вы хотели, сразу получить приглашение в ЗАГС или как? Ну вот. С букетом подойти к девушке, давайте я вам помогу исправить вашу фигуру. Сергей, вы часто своей супруге дарите цветы? Не часто, но дарю. А как считаете, как часто и насколько это улучшает вот самочувствие, настроение женщины и укрепляет брак? Мне интересно ваше мнение. Вот надо было это у жены спросить, но она с детьми... То есть вы даже об этом не задумывались? Людмила Николаевна, о чем мы говорим, да? Ну, Сергей, это, конечно, я шучу сегодня в эфире. Скажите, пожалуйста, какие женщины нравятся успешным, состоявшимся мужчинам? Мне интересно ваше мнение. Нам всем интересно. Это вы считаете меня успешным, состоявшимся мужчиной? Да. Я таким себя... У вас четверо детей, у вас два брака. Почему? Смотрите, четверо детей, два брака, у вас есть работа, свой бизнес, у вас есть увлечение. Ну, причем у меня нормальные отношения с первой женой. Тем более, ну вы просто счастливчик. Вы просто успешный, состоявшийся человек. Вот скажите, какие женщины вам нравятся? Ну, может быть, не лично вам, но так, скажем, вашей категории мужчин. Вопрос сложный, конечно. Может быть, такие же состоявшиеся успешные или неудачницы? Насчет состоявшихся успешных не знаю. Прямо и нравится. Упрямые нравятся, которых надо покорять и ломать. Ну, правильно? Да. Вы же привыкли, да, железо-тренажеры. Я не люблю на все готовое. Отлично, поаплодируем. Все-таки, да, чемпион и непростой, абсолютный. Вы знаете, у нас есть очень интересное сообщение в Вайбере. Елена нам написала. Нет, не Елена нам написала, Георгий, 16 лет. Я не подготовилась, но смысл такой. Но сообщение и сообщение. Значит, меня зовут Георгий, мне 16 лет. Я встречаюсь с 42-летней женщиной. Ее дети старше меня. Я ее очень люблю. Но моя мать против наших отношений. Дайте, пожалуйста, пару советов молодому, очень юному человеку. Советов в какую область? Уговорить, ну, я не знаю, или маме помочь, или ему. Наверное, человек очень любит женщину. Он хочет услышать. Ну, наверное, я так понимаю, готов в ЗАГС. Ну, в наше время... Но отношения открытые, родители знают. Да, в наше время это, в принципе, такая ситуация возможна, когда парни могут влюбляться в женщин старше их значительно, да. И, ну, что можно сказать? Что посоветовать, действительно? Вообще, социум, конечно же, очень к этому относится, не очень приветствует. И поэтому, если он строит такие отношения, он должен понимать, что у него будет масса сложностей, да. Не все будут понимать и принимать его выбор, который он делает. Но... А это важно, вот скажите, в отношениях? Это важно, чтобы слушать, что говорят другие? Здесь, когда строишь отношения, они могут идти как бы легко, когда это соответствует социальным каким-то вещам. И вы можете открыто, да, предъявлять свои чувства, там, размещать их. Но когда ты делаешь выбор, который не очень признается, то здесь приходится некоторые аспекты своей жизни скрывать. Ну, в этом тоже может быть какой-то драйв для людей, да, когда можно возбуждаться от того, что ты скрываешь что-то. Но это может и обострять, и усложнять, когда эти конфликты, которые происходят внутри этой пары, могут как бы, ну, провоцировать того, чтобы они расставались, в конце концов. А с другой стороны, есть люди, которые упрямые, которые любят сложности, и эти сложности, наоборот, будут заставлять их еще больше держаться, я думаю, это молодой человек, держаться друг за друга, да, держаться друг за друга, и для того, чтобы доказать всем, что у нас успешный брак. Но, в принципе, ни да, ни нет мы сейчас не сказали. Нет, я думаю, что это их выбор. Можно я свои 5 копеек скажу? Я очень хотела задать вам вопрос. Сергей, а что бы вы, да, сказали? Я, ну, не скажу, что у меня очень много знакомых, но я знаю достаточное количество пар, в которых разница была между... Ну, женщина была старше нам на порядок, на 10, на 15 лет. Это были счастливые пары, на ваш взгляд, со стороны? Ой, по-разному. Но большинство из них все-таки распалось. То есть вы хотите сказать, уходи пораньше, нет, не тяни, или ну, что? Во-первых, как сказали, нравится, может, потому что есть проблемы, и идешь наперекор кому-то. Так. Ну, опять хочешь, 16 лет хочешь поставить свою яй. Я уже взрослый мужик, все, я сказал, я сделал, я решаю. На самом деле, я лично думаю, что это очень быстро пройдет.
юношеский максимализм, или как назвать, ну, либо сейчас очень многие, как у нас передача у вас называется, как выйти замуж. Многие парни просто находят себе таких упакованных мамочек, которые... Что вы сейчас говорите, Сергей? Которые добились... Что вы сейчас говорите? То, что есть. Но здесь мы говорим о больших чувствах. Молодой человек признался здесь, в любви, в прямом эфире. Здесь я не имею конкретно эту ситуацию. Я беру ситуации из жизни. У нас многие, как девушки, хотят удачно выйти за богатого, красивого, на обеспеченного. Не все. И беспроблемного, и беспроблемного. Мужчины хотят, наверное, так, того же. Также мужчины хотят себе тоже. Есть. Знаете, работать не хочет никто сегодня. Не, абсолютно. Все сразу наготовы. То есть, как бы это вполне обычные ситуации, что... Георгий, вы знаете, мы не можем сегодня помочь вашей проблеме. Хотя, вы знаете, я бы не называла это проблемой. Вы любите, да. А уж кого, это уж вам решать, наверное, да, все-таки. Но вот психолог считает, что с социумом считаться надо. Ну, мне кажется, окончательное решение уже, наверное, за Георгием. Ну, конечно, ЗАГС такое заявление не примет. Если вот. 16 и 42, давайте, да. Вот, давайте однозначно вернемся. Нет, потому что не достигнут брачный возраст. В Республике Беларусь брачный возраст установлен в 18 лет, как для мужчин, так и для женщин. 2 года подумать, да. У Георгия, да, есть. Да. Аплодисменты, спасибо большое. Вот такую прекрасную точку, да, поставили вы в этом вопросе. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, как выйти замуж, какие есть интересные традиционные и нетрадиционные места, где можно найти свою вторую половинку. Кстати, психологи утверждают, что есть несколько запретных мест для знакомства. Это автосалоны. Там якобы очень все серьезно, и мужчины вообще не обращают внимания на женщин, только на машины, да. Оказывается, и почему-то... еще и тренажерные залы. Да. И оказывается, групповые туры тоже. А вот вы можете продлить этот список? Где еще не стоит знакомиться? Ну, наверное, там, где люди не расположены для серьезных отношений. Ну, те же самые, например, если мы выезжаем куда-то отдыхать, то вполне возможно для мужчины это может быть просто такой роман, курортный роман, да. Или для женщины тоже может быть курортный роман. Поэтому здесь очень важно держать в фокусе, что ты хочешь от этих отношений. Если просто развлечься, то тогда можешь вступать в любых местах, угу, даже где тебе будут в магазине там предлагать еще. А если же для тебя важно серьезные отношения, то здесь надо учитывать место, обстановку и учитывать, наверное, познакомиться можно в любом месте, надо учитывать настроенность мужчины. Действительно ли он ищет себе партнера или же нет? Мне очень понравилось высказывание одного психоаналитика, достаточно известного, Нэнси МакВильямс, которая, ей уже где-то за 70 лет, я была в Киеве на одном из ее как раз выступлений, и она рассказывала о том, что вот у нее недавно потеряла своего мужа, и ей уже под 70, и говорит, но я, говорит, хожу широко открытыми глазами и смотрю, есть ли мужчина, который тоже в поиске. Замечательно. Для серьезных отношений, да. Замечательные слова. Вы знаете, вот наши коллеги из газеты «Гомельские ведомости» решили доказать, что отдых, наоборот, очень-очень вот располагает к замужеству. И организовали даже конкурс «Пляжа в ЗАГС». Вот что из этого получилось, узнаем вот прямо сейчас в прямом эфире. Дорогие друзья, где и как знакомятся гомельчане интересными историями из реальной жизни, с нами поделится прямо сейчас редактор интернет-ресурса газеты «Гомельские ведомости» Татьяна Ломанькова. Встречайте, пожалуйста. Татьяна, добрый вечер. Присаживайтесь. Ну, расскажите, вот вы решили собрать истории о курортных, можно сказать, романах, ну, которые, конечно, переросли в такие, знаете, серьезные отношения. Расскажите вот подробнее про ваш конкурс. Так, значит, конкурс состоит в чем? Мы хотим знать все эти невероятные истории гомельчан, когда, вот, как вы сказали, уезжаешь, расслабляешься, на солнышке лежишь, отдыхаешь, и промелькает, наверное, все-таки это, может, мимолетная влюбленность, а может быть, это искренняя искра. Никто же не знает, правильно? Могу рассказать какую-нибудь историю, если вам интересно. Во-первых, нет? Скажите, насколько активно гомельчане вообще рассказывали свои эти истории? Это просто нереально. Я вам даже не скажу количество просто писем, которые приходят к нам на почту.
Но все решили поделиться. Ну, конечно, все же хотят, наверное, кричать о своей любви, если это искренне и настоящее. Ну, хорошо, а как часто именно с пляжа в ЗАГС? Скажем, это какая-то такая тенденция сегодня или все-таки типа, ну, не конкретно с пляжа. Случай? Понятно, после отдыха, да. Да, да, вот я могу рассказать одну историю. Расскажите. Гамильчанин и девушка из Украины. Да, она уже живет здесь, и она решила рассказать, как все это произошло. То есть она сама из Чернигова, отдыхала с девушкой, отдых вообще ни при чем, ну, нужно было лежать и ничего не делать. Оставалось, наверное, считанных 2 дня, когда нужно уезжать. И она увидела этого красавца с другом. Они приехали только первый день, не загоревшие, белые, ну, вы представляете. Обратили на себя внимание. Он подошел к ней, завел разговор, все завязалось, закрутилось. Они оставшиеся 2 дня прогулялись, обменялись контактами. И уже после того, как они разъехались, они общались в социальных сетях. Так. Они, наверное, если не ошибаюсь, 2,5 года еще держали отношения на расстоянии. После он пригласил ее сюда, в Гомель, и они здесь расписались. И до сих пор вот живут, и она решила нам это рассказать. Замечательная история. Наверное, Людмила Николаевна, вообще можно сказать, что вот отдых, ну, скажем, уже начали эту тему, да, вот одно из удачных мест, скажем, для серьезных отношений. А здесь, знаете, какой важный момент? Они 1,5-2 года еще переписывались друг с другом. И по научным исследованиям, так, как раз 1,5-2 года – это оптимальное время, когда ты можешь узнать своего партнера, чтобы потом принять обдуманное решение не на гормонах, а именно уже видя, кто перед тобой. Ну, кстати, Сергей, вот вспомните историю Сергея нашего. Ну, извините, что я возвращаюсь опять. Да, ваш первый брак, он распался в результате, да? Потому что вы скоротечно решили... Ну, мой первый брак скорее распался из-за моей работы. Ну, сейчас, знаете, причины можно многие найти, но, в принципе, вот, вот вам результат, казалось бы, да? А здесь работа тогда была не тренажерный зал. Важно рассмотреть своего партнера, да, узнать, потому что первое наше впечатление, оно обычно на проекциях построено, мы еще и не видим, кто перед нами. А, скажите, Татьяна, а вообще вот где и как, кроме пляжа, сегодня знакомится еще гамильчанин? Ну, наверное, самое оптимальное – это социальные сети все-таки. Люди, наверное, немножко стесняются чего-то, скрывают какие-то свои комплексы, точнее думают, что у них есть комплексы, я не думаю, что это так важно, но улица, заведения, клубы, караоке, где еще можно встретиться? Ну, вообще конкурс замечательный, спасибо большое. Кстати, вот лето продолжается, так же, как и конкурс. Как принять еще в нем участие всем желающим? Расскажите. Можно отправить на наш электронный адрес gomelet@gomel.ru вашу историю. Если есть красочные фотографии, это будет только плюс. Мы публикуем все это в нашей газете и поощрим. Замечательно. Всех. Кстати, Сергей, вот думаю, самое время задуматься над встречным конкурсом из тренажерки в ЗАГС. Вот как вам такая идея? Ну, вроде бы у нас еще не было таких. Ну, будет. Будет, найдем. Ну что ж. Кстати, вы знаете, когда я готовилась к программе, я познакомилась с одной парой, которая также вот участвует, до сих пор участвует в вашем конкурсе. Может быть, совсем их история не совсем соответствует концепции конкурса, но зовут их Наталья и Юрий. Начиналась история со знакомства в интернете и, в общем-то, продолжалась на пляже, но все, самое главное, закончилось в ЗАГСе. Очень впечатлили эти люди меня, потому что они поженились, как вот мы уже здесь говорили, через 1,5 года после знакомства в интернете. Да? И вот, Людмила Николаевна, типичный вообще случай сегодня из интернета в ЗАГС? Да, у меня есть знакомые, как раз, которые знакомились на сайтах знакомств и искали себе партнеров целенаправленно и находили их. Построили брачные отношения. То есть ничего плохого в этом нет? Нет, ничего нет. Главное уметь рассматривать. Не быстро это делать. Не быстро. То есть надо время в любом случае. Вот Виктор в тему написал. Многие считают, что знакомство в интернете удел неудачников. Но я именно так познакомилась со своей девушкой в интернете, на кулинарном сайте. Кстати, вот прошу заметить, здесь сайт по интернету, ну, по интересам. То есть наверняка все-таки вот какие-то клубы по интересам и знакомства по интересам имеют тоже важное значение. Да, но когда люди идут в интернет и знакомятся на сайтах знакомств, они испытывают очень много чувства смущения, потому что это знакомые будут видеть тебя, видят, что ты себя предлагаешь. И поэтому, может быть, и говорят, что это неудачники. На самом деле они всего лишь скрывают свое смущение, что они открыто заявляют: «я ищу себе партнера». А как еще найти? Тут прямо открыто заявить. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, можно задать вам нескромный вопрос? У вас есть вторая половинка? Вы женаты? Не женат, но вторая половинка есть.
А, хорошо. А почему вы не в официальном браке? Ну, если, конечно, можно задать вам такой вопрос. Ну, скажем так, мы собираемся. Вы планируете? А вы давно уже в таких вот отношениях? Чуть более 2 лет. Ну, уже, в принципе, созрели. Да. Спасибо. Ну, удачи вам. Ну, ваш вопрос. Вы же не просто... Вопрос? Да, конечно. У меня вопрос к Сергею. Так. Значит, как правильно питаться после занятий в тренажерном зале? Может быть, какие-то рекомендации конкретно для молодого человека возраста 26 лет? Рост-вес молодого человека. Рост-вес. 172 рост и 65 вес. Ну, здесь, в принципе, стандартная... Конечно. Стандартная схема, 6 приемов пищи каждые 2,5-3 часа. Высчитываете... Ну, здесь какой метаболизм, я не могу сказать по человеку сразу. Ну, стандартный по калорийности от 40 до 50 килокалорий на килограмм веса. Сколько еще раз он сказал, не помните? 62, да? 62, по-моему, да. 62, то есть умножаем на... Ему где-то надо съедать примерно, ну, в районе 3000 килокалорий. 6 приемов пищи, как я сказал, 4 обычных, то есть натуральная пища, плюс 2 приема протеина. Причем именно протеина, а не гейнера. Но если нормально переносит молочку, то они делаются на молоке. Сколько много всего надо. Ну, у меня научная работа по бодибилдингу написана. Сергей, а вы можете нам показать какой-то комплекс, вот упражнение? Не зря же гантели сегодня в нашей студии. Давайте по питанию. А, там это еще долго надо, да? Нет, это буквально в течение одной. Ну, то есть при такой комплекции можно себя сильно ни в чем не ограничить. Остальное высчитывайте, чтобы у вас было где-то 2,5 грамма на килограмм веса. Это по белку. Ограничивать в жирах и углеводах особо не нужно. Просто смотреть на себя в зеркало, чтобы не сильно... Если у вас, допустим, при тренировках растет грудная, не чтобы вслед за ней на столько же сантиметров не рос живот. Угу. В принципе... Основные рекомендации? Основные есть 6 раз в день, каждые 2,5-3 часа. 2,5 грамма белка на килограмм веса. И по тренировкам не более 3 тренировок... В неделю, не более. А можете какой-то мини-комплекс на каждый день для самых ленивых, вот для тех, кто не ходит в тренажерный зал по миллионам причин, гантели в студии? Ой, ну, допустим... Давайте попросим. Мини-комплекс. Вот там, где гантели, пожалуйста. Насчет мини-комплекса я не знаю. Я всю жизнь... У меня часто задают вопрос, как накачаться дома. Честно говорю, я всю жизнь занимался в тренажерных залах разного уровня, потому что раньше работал в ОМОНе, по командировкам по всей республике катался. Какие-никакие залы находили. Основные упражнения, как бы, на какую публику ориентируемся? Девушки или мужской пол? Потому что здесь есть различия. Девушки. На девушки. Так, для девушек основной принцип – это поменьше именно тяжелых базовых упражнений. Кто смотрит? Конечно, вот там поменьше базовых упражнений, то есть такие упражнения, как приседания со штангой на плечах, становые тяги, которые идут именно стандартные. Это точно для девушек? Я объясняю, не делаем. Извините. Можно я договорю? Конечно, да. То есть вот эти именно лифтерские движения, объясню по какой причине. Это силовые движения. Это скорее базовые упражнения пауэрлифтинга, а не фитнеса, не бодибилдинга. Почему я очень против приседаний? Приседания, во-первых, вызывают очень сильно развитую верхнюю часть, и нога получается в форме морковки. То есть... Эстетически не очень. То есть девушкам приседания не стоит делать? Именно со штангой не стоит. То есть можно как вариант делать приседания на степах с гантелью. То есть делаете, берете 2 степа, гантель так перед собой и вот приседания. То есть получается немножко ниже, потому что вы будете находиться выше. Дальше еще хорошее упражнение на развитие бицепса бедра и ягодичных мышц. Это та же становая тяга, но на прямых ногах, и она делается с гантелями. Если весь нюанс в чем, что у вас гантели держите перед собой, и они идут, у вас ягодицы уходят назад. Такое впечатление, что можно упасть. Так. И когда вот вы наклоняетесь, вот до сюда вот движение, поднимаемся полностью до конца, не надо делать. Вот, то есть вся нагрузка идет, вот эта вот часть бедра и ягодичные мышцы. То есть очень хорошо, как бы, я это упражнение включаю только перед соревнованиями, потому что очень хорошо вытягивает полусухожильные мышцы и очень хорошо релейфит ягодичные. Дальше еще одно из самых у кого-то любимых, нелюбимых упражнений для девушек. Это выпады. Полезных, наверное, да? Выпады, то есть фактически те же приседания, но опять же не со штангой, а
с гантелями. Держим. Вот. Ну, о, я знаю. Как такого плана. Угу. На плечевой пояс, опять же, никаких штанг. Работаем с гантелями, блоками, тренажерами. Оптимальное это положение сидя. Жим гантелей. Вот. По где-то 3-4 подходика, по 15 повторений. Преимущество в чем гантелей, в отличие от штанги, дает более округлую форму плеча. То есть она получается не квадратная, а именно такое кругленькое плечо получается. Дальше то же самое, махи в стороны. Ой, Сергей, это уже очень много для мини-комплекса, мне кажется. Достаточно. Ну, сейчас, мы наши зрители уже запутались. Еще показываю, видите. Махи в стороны, опять же, на по таким вот проворотом до уровня уха. Ну и, в принципе, на тот же плечевой пояс, на заднюю и в наклоне. Вот это. То есть очень хорошо развивает заднюю часть. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Ну что ж, вот мы выяснили, что, в принципе, чтобы начать, ну, если хочешь с кем-то познакомиться, можно привести себя для начала в форму. Да? Есть, вы знаете, очень интересная страница в интернете. Ее создали сами гомельчане еще несколько лет назад. Здесь люди, это группа ВКонтакте, здесь люди разыскивают друг друга, и каждый желающий житель Гомеля может разместить объявление, типа, ищу девушку, которая вышла из троллейбуса на остановке такой-то, а я вот тот парень на соседнем сиденье, отзовись, пожалуйста. Вы знаете, вот эта страница имеет как женскую, так и мужскую версию, довольно безобидная такая вот, и судя по посещаемости, сегодня очень необходимое такое сыскное агентство, можно так сказать. Кстати, вот люди знакомятся в интернете, затем решаются на реальную встречу. Три главных секрета удачной коммуникации. Вот сейчас в прямом эфире, Людмила Николаевна. Записать? Да, давайте запишем, вот прямо на этой доске. Да, потому что мы показали упражнение, а теперь осталось еще подчеркнуть... Ну, давайте. Другой психологический момент. Я бы все-таки взяла больше с глубинных вещей, а дальше уже творчество каждого. Первое – это фокусировка, так. Я бы так назвала. Суть ее в том, что ты должен знать, кого ты ищешь. Если выйти замуж, то ты должен знать, кого ты ищешь, и желательно иметь представление о том, какого ты хочешь видеть человека и какие ты хочешь, чтобы у вас были отношения. То есть это не значит, что ты должен думать, сколько у него машин, домов и всего остального должно быть. А именно, какого человека и какими эмоциональными должны быть ваши отношения. И это держать в фокусе. Потому что когда вы встречаетесь с вашим партнером, вы его проверяете, соответствует ли он вашему ожиданию. Второй момент, я бы назвала его уважение и самоуважение. Самоуважение, когда ты уважаешь себя. И это уважение к себе, оно и проявляется в том, что ты о себе заботишься, ты делаешь упражнения, ты одеваешь, ты как-то, ну, занимаешься развитием себя не для кого-то, а потому что тебе это нравится. И если ты себя уважаешь, то твое отношение с партнером становится уже на принципе уважения его. Ты и к нему относишься с уважением, а иначе ваши отношения будут строиться по принципу найти того, кто поможет тебе твои комплексы как бы компенсировать. И третий момент – он, наверное, связан с тем, что важна доброжелательность по отношению к своему партнеру и желание узнать его. Я бы сказала, антинарциссизм. Если нарциссизм состоит в том, что мне важно говорить о себе, думать о себе и как ко мне относятся, то антинарциссизм состоит в том, что я хочу, чтобы... Я интересуюсь этим партнером, мне интересен, какой он как человек, я проявляю к нему уважение, доброжелательность, и на этом начинается построение нашего контакта. Вот этой близости, из которой потом вырастает хорошая семья. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, вот такие три секрета удачной коммуникации. А у меня есть еще четвертый секрет. Это самый красивый букет, который может быть, например, на первом... Это букет для первого свидания, Наталья? Ну, я подумала, что он не помешает, потому что, ну, во-первых, он очень романтичный, воздушный и такой вот, ну, он летний. Он шикарный. Расскажите. Ну, что популярная здесь? Гортензия, конечно, так же. Розовые я использовала, нежно-розовые, розовые. Я где-то читала, что вот розовый – это вообще как бы цвет такой элегантности. То есть, ну, я считаю, что будет нежности. Не лишним подчеркнуть при первом свидании элегантность партнерши. Вот. Потом светлые цветы – это как бы символ дружбы. Вот. И тоже хорошие отношения начинаются все-таки с каких-то дружеских ноток. Вот.
Ну, так он просто с таким, я думаю, не стыдно прийти. Не то, что не стыдно, мне кажется, любопытный, он не стоит под таким букетом. Скажите, Наталья, вот как вы считаете, как часто вообще надо дарить цветы, чтобы сохранить отношения? Цветы – это эмоции, и, наверное, надо чувствовать. Как только человеку, ну, то есть женщине рядом находящейся, грустно становится, наверное, хотя бы даже не таким букетом, но чуть-чуть, немножко, хотя бы просто вот таким вот одним цветочком, веточкой чего-нибудь, радовать надо. Ой, замечательно. Потому что цветы – это эмоции. И причем это эмоции больше, чем от подарка. Они запоминаются лучше. Вы знаете, вот мы сегодня такие вот восторженные. А на самом деле у человека, который хочет выйти замуж, очень много проблем. Вот я смотрю, нам пишет Катерина. Очень интересный вопрос, кстати, в Вайбере. Как распознать бабника в интернете? Вот вы знаете, да, смех смехом, а я предлагаю поговорить об этом чуть позже в нашей программе. И напоминаю, что сегодня партнеры нашей передачи – это тренажерный зал «Мутант» и фермерское хозяйство «Цветоводство». Встречайте нас в гостях, заместитель начальника управления, добрый вечер, уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облсполкома. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, последнее время в гомельских СМИ была такая жуткая информация про обманутых женщин, которые стали жертвами брачного афериста. Что это за история? Чем она закончилась? Ну, скорее, это исключение из правил, чем какая-то система. Действительно, в суде сейчас рассматривается уголовное дело, по которому проходит мать с сыном, которым вменяется порядка больше 50 эпизодов мошенничества. И что на территории у нас? Около 21 или 22, я не могу сейчас точно сказать. Это действительно обманутые девушки, женщины, которые находились на сайтах знакомства, которые пытались познакомиться. Ну, он знакомился. Мы читали это. Это много где сейчас истории, написано, да. В некоторых и интернет-ресурсах, и в газетах. В чем мошенничество? Объясните, было. Мошенники всегда действуют стандартными двумя способами. Это действовать на жадность предполагаемой жертвы, или расположить ее так, что в ней начали играть самые такие основные и самые такие базовые инстинкты. Это жалость, доброта, желание помочь. Нормальные женские инстинкты, по-моему, да. Обыкновенные, настоящие человеческие качества. И когда человек познакомился и начинает добиваться чего-то, он разыгрывает какой-то спектакль. В основном мошенники, все-таки нужно отдать должное, это неплохие какие-то психологи, которые, да, что-то могут понимать, которые могут хорошо говорить, которые создают какую-то картину. В частности, этот молодой человек появлялся хорошо одетым, дарил цветы. Делал дорогие подарки. Ну, дорогие подарки не делал, но передвигался на дорогостоящем автомобиле, рассказывал такую историю о том, что очень успешный бизнесмен, который имеет там заводы, пароходы за границей. И вдруг вот в какой-то определенный момент какая-то небольшая проблема заставляет его попросить свою избранницу, которую он уже до этого много рассказал, что она единственная, что он готов с ней связать свои узы, познакомил даже иногда со своей матерью некоторых дам. Вот что удивительно в этой истории, здесь прям целый клан такой семейный, да, мама жарила курицу, приглашала будущую невестку, ну и все, да. Обсуждали кулинарные изыски. Да, готовились к свадьбе. Ну вот именно в этот момент ему необходимы там небольшие суммы, 5, 3, 2 тысячи долларов. До этого он уже имел определенную картину о финансовом положении предполагаемой жертвы, поэтому выше крыши суммы не назывались, а если у жертвы не было заявленной суммы, предполагалось взять кредит, ну и понятно, что под различными предлогами. И после того, как деньгами он завладевал, человек исчезал, потом периодически отступал, то есть у него по плану было какие-то реже звонки. Кто из 50 женщин, сколько написали заявлений, мне это интересно? Нет, ну раз есть 53 уголовных дела, значит, имеется 53. Значит, 53, то есть вы хотите сказать, все женщины... Ну, по женщинам, именно обманутых по брачным вопросам, это 21 или 22 уголовных дела. Ну, в принципе, как распознать брачного афериста, мы сейчас приблизительно услышали, да? Вот какие еще будут советы, рекомендации? Вот куда бежать, если вы чувствуете, что этот мужчина брачный аферист? Вот что делать с женщиной? Ну, многие стесняются, многим стыдно признаться, да, что их обманули, вот над чувствами вот так вот поступили с ними. Вот как вот посоветовать? Ну, во-первых, стесняться ничего не надо. Каждый человек должен понимать, что если обманули вас в такой окраске и в такой ситуации, то этот человек продолжает действовать дальше. И если человек не предпримет никаких мер, то этот человек, я имею в виду преступник, будет продолжать совершать преступления.
и будут другие жертвы. Ну, куда бежать? Могу сказать только одно. Любая, если случилась беда, если вы сомневаетесь в каком-то даже вопросе, приходите в милицию. По этим вопросам, если вы считаете, что вас обманули, что в отношении вас совершено любое противоправное действие, приходите в милицию, обращайтесь, и я думаю, что мы разберемся, мы поможем. Ну, и хотел бы вот добавить, что статистика и свидетельствует что о том, что с мошенниками мы боремся очень эффективно, и процент раскрываемости преступлений по направленным в суд выше 93%. Это говорит о чем-то. Поэтому любой человек, который предполагает стать на такой путь, должен понимать, что мы можем появиться. Спасибо. Вы знаете, есть вопрос от Инны. Почему в Беларуси нет брачных агентств и сайтов знакомств? Люди переживают, не знают, где познакомиться. Ну, наверное, на такой вопрос это не совсем в моей компетенции отвечать, почему нет таких сайтов. Но... Ну, закон, я так понимаю, у нас такой просто. Да, по закону запрещено брачное агентство и сайты знакомств. Но достаточно в настоящее время различных интернет-ресурсов, сайтов, да, международных сайтов, где люди общаются, ведут очень активную переписку. Все-таки это век прогресса, все ускоряется, все меняется. Я думаю, что интернет-общение все равно, как бы тут его ни ставили под какое-то сомнение, оно все равно будет. Мы не ставим его под сомнение. Но я имею в виду в том, что оно как-то уступают личному общению. Все-таки время диктует свое, оно набирает обороты, и многие люди просто живут в интернете, даже полностью обрезая, что действительно плохо, я тоже с вами полностью согласен. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, время нашего эфира как-то очень быстро сегодня закончилось, и я не могу не упустить вопрос от Романа для Натальи. «Красивый венок у флориста». «Хочу такой же для своей девушки. Из каких цветов делать?» – спрашивает Роман. Какое внимательное отношение к девушке. Снимать не буду. Ну, вообще, дело в том, что венок, конечно, лучше всего делать из мелких цветов. То есть венок делается путем обработки каждого цветочка специальным образом, так, на проволочках. И тогда собирать. Поэтому выбирать цветы нужно мелкие. Как найти свою вторую половину? Пожалуйста, Людмила Николаевна. Я бы сказала, тут важно твое эмоциональное состояние. Если ты радостен, если ты оптимистичен, то ты будешь притягивать к себе людей, потому что им будет с тобой интересно и хотеть быть. Поэтому верьте в себя, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, и все получится. Влюбляйтесь и приходите в отдел ЗАГС регистрировать законные браки. Не сожительствуйте, не живите гражданским браком, как его принято сейчас называть, но на самом деле это сожительство. Это пробные варианты, которые, за которыми люди прячут свой страх какой-то к семейным отношениям. А самый крепкий и прочный – это именно зарегистрированный брак. Спасибо, Сергей. Какой совет вы дадите тем, кто до сих пор одинок? Кто одинок? Ну, больше уверенности в себе самом или самой. Это основное, что можно посоветовать. Я, наверное, коротко скажу. Не забывайте рисковать. О, вот какой интересный совет. Ну, я скажу с точки зрения безопасности. Научитесь отделять зерна от плевел. Разберитесь в человеке и не бойтесь задавать неудобных вопросов, если вы считаете это необходимым. Очень хороший совет. Давайте поддержим. Наталья, а вы, наверное, посоветуете всем нам много красоты и счастья? Ну, если для мужчины, то ему просто чаще дарить женщинам цветы и не бояться тогда подходить к девушке. С красивым букетом просто к любой подойти. Спасибо вам большое. На самом деле хочу поблагодарить всех гостей студии, всех наших зрителей. Действительно, возможно, советы нашей программы помогут, дорогие друзья, избежать вам каких-то ошибок и найти свою достойную вторую половину. Мы желаем вам любви. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. До новых встреч!